В Великоустюгский филиал станции переливания крови номер 1 были приглашены люди, которые на протяжении десятков лет безвозмездно сдавали кровь. Четверо устюжан получили нагрудный знак и удостоверение «Почетный донор России». Путь к этому званию был непростой. Доноры очень долго шли к этому, некоторые с 2008-го, даже Воробьев так вообще с 93-го года, то есть очень долго шли. Вот, но в конечном итоге добились своего и стали почетными донорами. Алексей Воробьев с 1993 года сдает кровь. Сначала это была его обязанность как сотрудника правоохранительных органов. Позже он продолжил эту благородную миссию уже по велению сердца. Алексей Вячеславович много внимания уделяет своему здоровью. Спорт, правильное питание и отсутствие вредных привычек помогли Алексею Воробьеву стать почетным донором России. Одной из причин было просто взять и достичь своей цели – стать почетным донором. Ну, а второе, конечно же, это медицинская точка зрения кардиологов, что мужчинам желательно периодически обновлять кровь. Занимаюсь спортом всю свою сознательную жизнь. Бегаю, плаваю, катаюсь на лыжах, играю в теннис, бадминтон. Все, занимаюсь всем. Не курю. Всего в Вологодской области около 7600 доноров. В этом квартале Великоустюгский район занял второе место в регионе. Статус «почетный донор» подтверждается нагрудным знаком и дает своим обладателям право воспользоваться значимыми преимуществами в социальной сфере. Хочу всем вам напомнить, поскольку вы у нас вновь награждаемые почетные доноры, что в соответствии с федеральным законом 125-м, о донорстве крови компонентов, вы имеете право на следующие меры социальной поддержки. Это первое. Неочередное обслуживание государственных учреждений здравоохранения в рамках программы госгарантий. Второе – это первое очередное приобретение льготных путевок на санаторно-курортное лечение по месту работы или учебы. Третье – это отпуск в любое удобное для вас время года. Да? И четвертое – это ежегодная выплата. На данный момент она составляет, по-моему, 15 713 рублей. Она ежегодно индексируется. В этом году она была проиндексирована на 4%. 14 июня отмечается Международный день донора. Эту миссию выбирают люди, которые готовы помочь другим. Благодаря им были спасены десятки жизней. Наталья Вашевская, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».